Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю очень вкусное шоколадное печенье. Посмотрите, какое красивое оно получается. Готовится все просто. Такое печенье можно приготовить вместе с вашими детьми. В конце печенья я попробую и расскажу, какой у него получился вкус, покажу, какое оно получилось внутри. Оставайтесь со мной. Если рецепты видео вам понравятся, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Ингредиенты, которые нам понадобятся, это сливочное масло, 2 яйца, щепотка соли, разрыхлитель, 1 столовая ложка молока, сахар, мука, какао, конфетки M&M's на украшение, но это не обязательно, это по желанию, и черный шоколад. Одна часть шоколада у меня пойдет в тесто, и из другой я сделаю крошку и тоже добавлю затем в тесто. Полное количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Сначала шоколад разломаю на небольшие кусочки. 150 грамм шоколада. И добавлю его в сливочное масло. Шоколад со сливочным маслом нам нужно растопить. Я это делаю в микроволновой печи. Короткими импульсами по 30 секунд. Шоколад со сливочным маслом я довела до полного растворения и хорошо перемешиваю. Масса должна получиться однородной. Перемешиваем до однородности. Сюда же добавляю 1 столовую ложку молока. Вместо молока можно добавить 1 столовую ложку растворимого кофе. Делайте на свой вкус. И добавляю какао. 1 столовая ложка несладкого какао. И все хорошо перемешиваю. Отставляем эту емкость и в другую емкость выбиваем 2 яйца и 120 грамм сахара. И хорошо взбиваем. Массу я взбивала в течение 3 минут. Масса должна побелеть и увеличиться вдвое. Также это можно сделать с помощью венчика. Это не принципиально. Можно сделать все без миксера. Яично-сахарную массу отставляем. С помощью ножика делаю стружку из шоколада. В другую емкость, берите емкость немного побольше. В этой емкости мы будем смешивать все ингредиенты. Добавляю муку, пол чайной ложечки разрыхлителя и щепотку соли. Сюда же добавляю кусочки шоколада. Хорошо перемешиваю. Делаю небольшое углубление. И выливаю сюда яично-сахарную смесь. И перемешиваю до однородности. И сюда же добавляем шоколадную массу, шоколад со сливочным маслом. И все хорошо перемешиваем. Перемешать нужно до однородности. Масса получается вязкая, это нормально, не пугайтесь. Вот такая примерно по консистенции должна у вас получиться масса. Получается она липкая и однородная, вот такая. Накрываем массу пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 2 часа. Тесто у меня простояло в холодильнике 2 часа, схватилось, посмотрите, и сейчас я буду оформлять из него печенье. Что хорошо в приготовлении этого печенья, это то, что такое тесто можно приготовить заранее, поставить в холодильник и, например, на следующий день испечь печенье. На этом этапе можно поставить духовку уже разогреваться на 180 градусов. Противень я перестелила пергаментной бумагой. И сейчас буду формировать печенье. Для формирования печенья я взяла вот такую ложечку. Формирую вот такие колобочки. Немного приплющиваю. Выкладываю на противень. И продолжаю. Беру ложку теста. Делаю колобок, приплющиваю
и выкладываю. Выкладываю на расстояние примерно 2 сантиметра, чтобы при выпечке ничего не слиплось. Стараемся это делать побыстрее, потому что в руках тесто начинает быстро таять. Смотрите другие рецепты печенья на моем канале. Недавно я готовила песочное печенье. Там у меня очень оригинальное оформление из подручных средств. Формовка печенья очень оригинальная. Рекомендую вам посмотреть это видео. Ну что, друзья, печенье я сформировала. Посмотрите, какое красивое оно получается. И сейчас я буду его убирать в духовку, выпекаться на 10 минут при 180 градусах. Также печенье я буду украшать вот такими конфетками шоколадными. Можно взять M&M's или другие такого же типа конфетки. Через 5 минут запекания печенье я достану, положу в него эти конфетки и отправлю в духовку еще на 5 минут. В общей сложности печенье запекается 10-15 минут очень-очень быстро. В конце я вам скажу, сколько оно у меня запекалось. Печенье украшаю конфетками. Можно печенье оставить так, можно украсить, вот как я это делаю. Можно это сделать с вашими детьми. Очень много вариантов. Посмотрите, как красиво и занятно получается. Печенье я украсила и отправляю его в духовку еще на 5 минут. Вот такое красивое печенье у нас получилось. Оставляем его полностью остыть и потом будем пробовать. Посмотрите. Очень-очень вкусно. Очень приятный шоколадный вкус. Прямо сразу сейчас ставлю чай и буду доедать печенье. С нетерпением жду уже этого момента. Надеюсь, такой рецепт печенья вам понравится. Обязательно попробуйте, приготовьте, экспериментируйте, радуйте себя и своих близких. А я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за лайки, подписку, комментарии, отзывы. Всем желаю приятного чаепития и до новых встреч с новыми рецептами.